выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадусь, если в деле водос, будет заместный закус. Эй, мусор, лови разнос. У мусору попадусь, если в деле водос, будет заместный закус. Эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте к силы, сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос, значит. Что там случилось? Блин, если фар у вас не горел, все в порядке, включили? У меня все горит. Все в порядке, помощи требуется вам? Требуется. Будьте внимательны, пожалуйста, на дороге, в связи с погодными условиями. Чё остановили, ёб... Чем на время суток без лишнего света вы ездите? А я говорю, я езжу так, как в правилах написано. А в правилах написано? Будьте внимательны. А я говорю, я в правилах прочитал. Слушайте меня внимательно. Я в правилах прочитал. В 19 пункте, что если освещенная улица, то можно двигаться на противотуманных фарах. Вы знали такой пункт правил дорожного движения? Конечно. Какой это пункт правил дорожного движения? Тот, о котором вы только что сказали. Номер его. Какой? 19 дальше какой? Вы ж, блядь, умные, вы ж всех останавливаете, ну, привлекаете. Вот и... Предупреждаю вас. Нет, я говорю... Дальше улица прекращает быть освещенной, чтобы вы были внимательны. Так а причина остановки какая? Я должен, что вы меня остановили, я должен что-то нарушить, правильно? Это да. Что я нарушил? Смотрите, мы остановились чисто по-человечески. Нет, я чисто не по-человечески. Поэтому привлекайте к ответственности и все. Хотите, вас больше никто не задержит? Нет, привлекайте. Вы за то, что вы... нарушите 13.95, вы тоже можете понести дисциплинарную ответственность. Вы что-то знаете? Конечно. Поэтому действуйте. Давайте, начинайте розыск справа. Дальше, я вам объясню, почему мы были остановлены. Если вы считаете мои действия незаконными, пожалуйста, можете обратиться... Куда? Я вас остановил для того, чтобы предупредить. Вы вообще услышали? Вы услышали, что вы только... Чтобы вы были внимательны. Вы услышали то, что вы только что сказали? Я могу оспорить ваши незаконные действия. Вопрос, каким образом? И второй вопрос, какие ваши действия? Вы считаете, что я остановил вас незаконно, правильно? Незаконно, я должен жалобу написать, правильно? Правильно, а вы ее должны принять. Вы будете жалобу принимать на самого себя? На самого себя я не могу жаловаться. Почему? Вы полицейский? Сейчас мой напарник, если вы считаете, мы действуем незаконно. Вы полицейский? Конечно. Это вы хотите сказать, что полицейский не может принять заявление или что? Заявление, жалобы согласно действующему законодательству и закону об обращении граждан. Имею право принять. Вы пятую статью закона об обращении граждан читали? Что в ней написано? Я понимаю, я вам сложные вопросы задаю. Те, на которых у вас нет ответов. Вот в чем прикол, что вы можете обидеть слабого, а сильного вы не можете, потому что сильным нужно пободаться. Поэтому вы меня остановили. Я говорю, обижаете. Вы меня остановили? Вы меня остановили. Я не знаю, вы не вы. Вы меня остановили. Вы зафиксировали, что я нарушил пункт правил дорожного движения 19.1. Правильно? Правильно я говорю? Я вам все объяснил. Что, надо пойти жалобу написать или вызвать сюда прямо мониторинг, чтобы сюда приехал?
Это будет лишним? Да. А я думаю, для шоу, я думаю, что это не будет лишним. Для шоу я с вами согласен. Объясняю, почему я так себя веду. Потому что на этом бы месте был бы другой водитель. Это первое. Второе. Если бы водитель не знал то, что знаю я, водитель бы понес ответственность, а именно получил бы постановление в размере 425 гривен. Пункт 19.1. Езда в темное время без ближнего света. Правильно? Правильно. Вот. Так в чем тогда проблема? Чем же я хуже водителя? Кого-то или лучше кого-то. Все понимают, все знают, что улица освещена и все остальное. Почему другие водители страдают по 19 пункту? Когда полицейскому объясняют, я только выехал, я забыл включить. С моей стороны никогда никому никаких вопросов нет. Я говорю за полицию. Я за полицию говорю. Вы обобщаете, получается? Конечно, а как? А как мне? Ну, а я конкретно за себя говорю, что если мне водитель говорит, что я только выехал, я не успел включить, или здесь улица освещается, и я двигаюсь на противотуманках, вопросов нет. Это я конкретно за себя говорю. Ну так если имели место быть случаи от тех, о которых вы говорите, ну я как бы не могу же отвечать за всех, правда? А мне жалко людей. Мне реально жалко мне людей. Жалко, поэтому я не имею цели наказать, обидеть, как говорите, все остальное. Человек остановился, объяснил, что. То бишь вы проводите превентивный заход. Своего рода да. Ага. То бишь. Как мне некоторые полицейские говорят, что за это нету малозначности. За любое нарушение нету малозначности. Так как нету, если по 252-й полицейский сам определяет на властный розыск, то как некоторые полицейские могут говорить, что нет, я не могу его отпустить? Знаете, я что говорю, что я не могу отвечать за всех, но как бы я отвечаю за себя. Предупрежден, значит вооружен. В общем, друзья, вы... Конкретно за себя я могу. За прецеденты, которые, возможно, были ранее или, возможно, будут, я уже не могу отвечать. В общем, друзья, вот такая вот маленькая ситуация произошла со мной. Меня остановили полицейские предупредить о том, что я еду в ночное время без ближнего света фар. Так вот, объясняю. В пункте 19.5 прописано обратно, что водитель может двигаться на противотуманных фарах на освещенной улице. На освещенной. Если, естественно, вы будете ехать, где будет полностью темно, ехать на ближнем, на туманках, и полицейскому будете доказывать, что нет, я не нарушаю, так я вам скажу, здесь вы будете нарушать. Поэтому, друзья, вот такой маленький ролик. Не нарушайте правила дорожного движения, изучайте правила дорожного движения. И не нарушайте их. Все, пока.